Дорогие славянцы, уважаемые земляки, уходит в историю 2020 год. Год испытаний, год сложный, год с проблемами, но тем не менее это был год наших достижений. Собран хороший урожай, стабильно работали учреждения социальной сферы. Мы приумножали красоту нашей территории. С надеждой смотрим 2021 год, уверены, что мы все-таки преодолеем этап пандемии, мы выполним свои планы, потому что жизнь продолжается, и Новый год – это в первую очередь семейный праздник, когда вы все соберетесь в кругу, поздравите друг дружку, порадуйтесь за успехи своих детей, поблагодарите младшие старших, вспомните славные традиции. Кубань завершает 2020 год с неплохими результатами. Принят бюджет 2021 года, в котором ни на один рубль не уменьшилось финансирование социальных программ. А это значит, что будут строиться школы, сады, учреждения дополнительного образования. Под Новый год в Славянске на Кубани вступил в строй новый спортивный зал в 4-й школе. Открыта новая лаборатория в станции Юнатов. Организовано бесплатное питание для участия начальных классов. Славянск получил новые автобусы для подвоза ребят. Будет продолжено участие в программах по благоустройству территорий, по устройству зеленых зон, строительству жилья для молодежи. Мы в этот день особенно благодарим наших медиков, которые были рядом с нами и помогали нам в этот трудный год испытаний. Сегодня будет сделано все, чтобы поддержать систему здравоохранения и дать возможность медикам работать в тех условиях, которые позволят им оказывать качественную помощь. Мы продолжим поддерживать систему образования, поддерживать семьи, поддерживать наше производство. Потому что 2021 год ставит перед нами амбициозные цели и задачи, и мы их выполним. Но самое главное, чтобы в семьях был лад, достаток, взаимоуважение. Желаю всем крепкого здоровья и больших удач в новом 2021 году. С праздником!